Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, мои новые зрители! Меня зовут Ева, и на этом канале я для вас вещаю новости туризма. Сегодня новость про Библиоглобус и Египет. Туроператор Библиоглобус расширяет полетную программу на курорты Египта. В августе стартуют чартеры на крыльях нового египетского перевозчика из трех городов России. Итак, об условиях перевозки и о ценах на пакетные туры. Туроператор Библиоглобус, который уже летает из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, в сотрудничестве с Red Wings расширяет географию вылетов и увеличивает объемы перевозки из столицы именно на рейсах авиакомпании «Эль-Мастрия». С указанной даты, с 9 августа, начнутся и рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, а с 11 августа стартуют перелеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. В стоимость перевозки включено 10 кг багажа и 5 кг ручной клади. Сверхнормативный багаж к перевозке не принимается. Допускается объединение багажа, исходя из нормы бесплатного провоза багажа на одного пассажира. На рейсах предоставляются легкие закуски и напитки. Сейчас чартеры на крыльях Red Wings из Москвы на курорты Египта выполняются 4 раза в неделю. С 9 августа вылеты в Шарм-эль-Шейх станут ежедневными. В Хургаду запланировано 6 частот в неделю. Рейсы в Египет из Шереметьево заявлены до конца октября. В августе рейс «Аль-Мастрия Юниверсал» вылетает из Москвы в Шарм-эль-Шейх в 00:05, прибывает в 05:35 по местному времени. Обратный вылет в 20:45, прибытие в Москву 03:05. В Хургаду рейс «Аль-Мастрия Юниверсал» отправляется в 00:05, прибытие 04:55 по местному времени. Обратный вылет в 19:10, прибытие в Москву в 02:05. Из Санкт-Петербурга рейсы в Хургаду будут выполняться дважды в неделю до 25 октября. Вылет в 13:35, прибытие в Египет в 18:10 местного времени. Обратно отправление в 05:55, прибытие в Петербург в 12:35. Перелеты по Москву Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх заявлены с частотой 2 раза в неделю до 23 октября. Вылет из Кольцова в 16:35, прибытие 19:35 по местному времени. Обратно вылет в 06:55, прибытие в Екатеринбург 15:35. Сколько же стоит тур в Египет на чартерах Библиоглобуса в августе? Пакетный тур на 7 ночей в Шарм-эль-Шейх с вылетом из Москвы на рейсе «Аль-Мастрия» в отель 4 звезды, все включено, стоит от 130 640 рублей на двоих. Аналогичный тур в Хургаду от 124 000 рублей на двоих. Из Санкт-Петербурга пакетные туры в Хургаду на 7 ночей с размещением в отеле 4 звезды от 124 000 рублей на двоих. Из Екатеринбурга аналогичный тур в Шарм-эль-Шейх от 135 с половиной тысяч рублей. Также вылеты на курорты Египта из Москвы и регионов предлагает туроператор Тест-Тур на бортах iFly. Из регионов вылеты выполняются раз в 10 дней, а московские рейсы грузятся совместно с туроператором Fun & Sun. Если хотите дальше от меня получать новости туризма, подпишитесь. Под видео есть кнопочка «Подписаться», там же кнопочка «Колокольчик». Обязательно на нее нажимайте, чтобы вам приходили все уведомления на все мои видео. Переходите на канал, смотрите наши плейлисты, ссылочки есть под видео. Также ссылка на источник информации под видео, на мой второй дачно-кулинарный канал также есть под видео ссылочка. И еще под видео есть очень полезная ссылка на таблицу со 100 странами и всеми правилами вылета в эти страны для россиян. Эта таблица обновляемая. Спасибо, что меня смотрите. Оставайтесь со мной, ждите нового ролика. До свидания.